Школа ЖКХ набирает обороты. Глава городского округа Дмитрий Волошин встретился с председателями многоквартирных домов «Химок». Обсудили планы на весенне-летний период, вопросы капитального ремонта и благоустройства дворов. Жители предложили на предстоящих субботниках высадить не только кусты и саженцы деревьев, но и цветы. Если жители сами посадят цветы, и это будет красиво, то жители, во-первых, будут радовать вас, во-вторых, это будет поднимать настроение, мешать социальную напряженность и вообще... Активисты попросили главу муниципалитета установить камеры во дворах и включить дома в программу «Безопасный регион». Кроме этого, многих председателей волнуют вопросы коммунальных платежей и взаимоотношения с управляющими компаниями. Чтобы мы, как председатели совета многоквартирного дома, хотя бы, во-первых, больше понимали, как это делается, нам это какое-то обучение нужно, это первый момент. Второе, чтобы нас все-таки допускали контролировать. Вопросы управления дома довольно сложные. Здесь есть много нюансов и тонкостей. Чтобы помочь председателям разобраться в этой теме, пригласят специалистов. Что мы хотим от спикера, который к вам придет? Специалиста, да? Берем код с нуля, и вот с нуля, как он считается, пусть нам посчитают. Ну, сделают презентацию, прямо для нас посчитают какой-то дом. Наш химкинский дом, возьмите один или два дома. И пусть прямо вот о чем Лидия Васильевна говорит, чтобы мы могли посмотреть, как это начисление происходит. Встречи с председателями многоквартирных домов будут проводить на постоянной основе. По предложению главы округа, минимум раз в месяц. Уровень председателей всех разный. И у меня, наверное, не самый высокий из представленных здесь председателей совета домов. И есть вещи, которые я просто не знаю. Не потому, что я не хочу, а потому, что у меня по роду своей деятельности предыдущей такая... В общем-то, не сталкивалась с этим. Поэтому, конечно, любая новая информация, она будет необходима. Ознакомиться с анонсами мероприятий можно на сайте администрации городского округа Химки.